кошечки Симба и Мотя. Волонтер верит в счастье для них. А новости домашнего мини-приюта 9 жизней. Сегодня в ветклинике 4 лапы были простерилизованы две приютские девочки. Симба, если помните, она появилась прошлым летом. Такая себе кошечка-зайка с длинными ушками. Ну, тогда, сейчас они уже более-менее стали стандартные. И красотка Мотя, черно-белая, вы ее раньше видели, как она мелькала в других постах, красотка, которая нежилась с другими котиками приюта. Девчонки с котят так и засиделись на передержке, никем не замечены. Все же у волонтера Влада еще есть надежда, что со временем для них появится счастливый билетик. Сумма к оплате была 2000 за операцию, плюс один бандаж 150 рублей, аптека 268 рублей, это 10 пеленок на возврат за стационар котика Персика, такси 250 рублей. Общая сумма расходов за один день 2668 рублей. К сожалению, средства на эти процедуры были взяты из отложенных на корм животным. Хотим напомнить, что на содержание волонтеров в данный момент более 50 хвостов. И, как всегда, у нас большие проблемы с питанием. На него буквально каждую копеечку девушка откладывает. Но, сами понимаете, если девочки загуляли, то загуляли. И процедуры такие, ну, по крайней мере, нужные, как стерилизация, которую сам волонтер провести не может, откладывать нельзя, даже может быть в ущерб какому-то полноценному питанию жителей приюта, но тем не менее. Вот. А, конечно, какие-то маленькие болячки, типа сопелек и там ушек больных, это то, что такое, знаете, самое ходовое, стандартное во всех приютах. Эта девушка, конечно, лечит самостоятельно, потому что на каждый поезд в ветклинику с каждым жителем просто не напасешься никаких средств.